Организаторы от российского искусства, вдохновленные проведением ночи библиотеки «Ночи музеев», решили предложить большим и малым городам регионов страны «Ночь кино». Тем более, что нынешний год объявлен президентом «Годом кино». «Ночь кино» пройдет на 6 площадках. Одна будет организована в городе и 5 в селах – Филатовском, Новопашминском, Курьях, Знаменском и Рудянском. Первая всероссийская акция «Ночь кино», во время которой жители страны смогут посмотреть лучшие российские фильмы, пройдет по всей стране 27 августа. Все сеансы будут демонстрироваться бесплатно. Начало акции в 20 часов. На просмотр фильмов вас приглашает Дворец культуры «Кристалл». Дети увидят в это время легенду о золотом драконе и смешарики, покорившие не только Европу, но и весь мир. Взрослые – легенду номер 17 и батальон. Акция начнется на улице перед дворцом торжественным открытием. Демонстрация фильма будет сопровождаться творческими паузами, где взрослых и детей ждут конкурсные и развлекательные программы.